Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Актер, мастер боевых искусств и меценат Шинка Ямада рассказал молодым людям, как добиться своей мечты. Бизнесмен приехал во Владивосток в рамках недели американского образования, которую организовал Центр Education USA. Мероприятие проходило при поддержке Генконсульства США на Дальнем Востоке. Японец дал молодым людям, которые хотят изменить свою судьбу, но боятся этого, несколько советов. Если не знаешь, чего хочешь, то старайся найти мечту или страсть. И дальше превращай то, что тебе нравится, в мечту. Мечту превращай в план, план в действие. Хорошо, конечно, советоваться с людьми, но если спросить у 100 человек, что делать, то 100 человек дадут разные советы. Важно верить в себя, свою мечту, исследовать своим собственным инстинктам. Господин Каямада уехал из Японии в США 18 лет в 2000 году. Тогда у него не было ни денег, ни знаний английского языка, ни связи, ничего. Однако Шин сумел за довольно короткий промежуток времени добиться успеха и сняться в фильме «Последний самурай» с Томом Крузом. Актер рассказал, что он еще в школе составил план, в котором расписал свои цели на каждый год, вплоть до 60 лет. Родители, ни остальные родственники не поддержали Шина, но он все равно не сдался и поехал в Америку. Когда мне было 13 лет, у меня была мечта стать голливудским актером. И в 18 лет я переехал в Америку, в совершенно неизвестное мне место. У меня абсолютно ничего не было, но у меня было страстное желание стать голливудской звездой. Актер отметил, что вряд ли бы покорил такие высоты, если бы остался в Японии. По словам Шина, в то время всех людей, которые как-то отличались от основной массы, общество как бы тянуло вниз, уравнивало. Полную версию интервью с Шином Каямада смотрите в программе «Время говорить». Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Дальневосточный медиасаммит в седьмой раз состоится в кампусе ДВФУ на острове Русский. Мероприятие пройдет 18-19 июня. Об этом стало известно на первом заседании Организационного комитета по ежегодной конференции для специалистов в области журналистики и пиар. Эксперты обсудили темы для круглых столов, семинаров, мастер-классов и секций. В частности, речь шла об открытости власти для журналистов и населения, взаимодействии с некоммерческими организациями, цифровизации процессов. Кроме того, обсуждались возможности и персоны для приглашения на крупнейшую медиаконференцию Дальнего Востока. Напомним, Дальневосточный медиасаммит – единственная площадка для специалистов СМИ, пиар и благосферы Дальнего Востока. Главной целью мероприятия является объединение медиасообщества региона, решение актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций. Еще в одном районе Приморья подтвержден вирус чумы свиней, сообщил Россельхознадзор. По результатам лабораторных исследований, вирус обнаружен на территории Спасского района в 8 километрах от села Нововладимировка. Пробы взяты с трупа дикого кабана. Владельцам свиноферм настоятельно рекомендовано соблюдать меры профилактики. Специалисты отмечают, что вирус не опасен для человека, но способен нанести большой урон поголовью домашних животных. В случае заноса чумы смертность животных в хозяйстве может достигать 80-100%. В связи с этим рекомендуется отказаться от свободного выпаса, особенно в местах, где велика вероятность появления диких кабанов. Кроме того, одним из важных условий остается своевременная вакцинация и ревакцинация поголовья. С 20 февраля запрещен въезд в Россию большинства китайских граждан из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Будет временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию России в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности. В то же время ограничение не затронет пассажиров, следующих транзитом через российские аэропорты. Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в мире достигло более 75 тысяч. Большинство из них в Китае, на втором месте находится Япония. Далее идут Сингапур, Гонконг, Южная Корея и другие страны. В России зарегистрировано 2 случая, оба пациента уже выздоровели. Такие данные приводит газета South China Morning Post. Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, обозначив как эпидемию с многочисленными очагами.
В новом законе для льготников предусмотрят внеочередное получение путевки в санатории Приморья. Этот вопрос обсудили на заседании Комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания края. Специалисты отмечают, что общее количество путевок на санаторно-курортное лечение, выданных во внеочередном порядке, не будет превышать 10%. В списке потенциальных получателей новой меры социальной поддержки – лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 70 лет, неработающие граждане, имеющие различные почетные звания, лица, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны не менее 6 месяцев. Закон вступит в силу после принятия его в третьем чтении на очередном заседании краевого парламента. В администрации Владивостока обсудили организацию предстоящего летнего отдыха детей и их занятость. Приоритет вопросам безопасности. В этом году изменилась нормативно-правовая база. Документы четко определяют, что вести такую работу могут только организации, включенные в специальный реестр. С 1 июня 2020 года вырастут и суммы штрафов для теневых организаторов. Они составят от 500 тысяч до миллиона рублей. Наличие систем пожарной сигнализации, видеокамер на территории лагеря и профессиональной охраны, организацию питания и квалификацию сотрудников, которые будут работать с подростками, все это обязательно проверят специалисты всех ответственных структур перед открытием. Предстоящим летом во Владивостоке будут работать и пришкольные лагеря, в которых отдохнут свыше 10 тысяч девчонок и мальчишек. Первая смена в них начнется уже 3 июня. Причем специалисты управления образования предлагают ее сделать тематической и посвятить предстоящему празднованию 160-летия Владивостока. Во Владивостоке стартует конкурс городских проектов «Молодежная инициатива». Прием заявок от участников начнется с 28 февраля. Как отмечают организаторы, благодаря молодежной инициативе горожане в возрасте от 18 до 30 лет могут реализовать свой проект, который принесет пользу Владивостоку и будет интересен для его жителей. 5 призеров получат финансовую поддержку от администрации города в размере 60 тысяч рублей. Предварительная защита проектов пройдет в начале марта. На ней будут отобраны 20 финалистов. Отметим, конкурс городских проектов «Молодежная инициатива» проводится во Владивостоке с 2014 года. В прошлом году победителями стали Полина Топильская с фестивалем воздушных ремесел «Идем на взлет», Мария Кравцова с поэтическим конкурсом «Класс коррекции», Богдан Ксенофонтов с проектом «Наставничество. Трамплин в жизнь» и другие ребята. Приморский отель «Тигре де Кристалл» признан лучшим в России по версии престижного издания. Журнал «SEO Today» в своем специальном выпуске представил список отелей, ресторанов, курортов и других лидеров мировой туристической отрасли. «Тигре де Кристалл» существует 4 года. Комплекс регулярно отмечается как на региональном, так и на международном уровнях. Он уже трижды был номинирован на престижную премию World Travel Awards и стал победителем в категории «Ведущий российский курорт» в 2018 году. По мнению председателя правительства Приморского края Константина Шестакова, и горная зона, и все сопутствующие ей развлекательные объекты положительно влияют на имидж Приморья на международном уровне. Напомним, что проект гостинично-развлекательного комплекса является частью масштабного туристического проекта «Интегрированный развлекательный курорт Приморья», который расположен в бухте Муравьиная в 40 минутах езды от Владивостока. Всего на территории будет создано 12 комплексов с казино, а также такие проекты, как гольф-поле, парк развлечений, концертный холл, рестораны и бары, прогулочные зоны, аквапарк и многое другое. Праздничная ярмарка развернется для жителей и гостей Владивостока на Центральной площади 22 февраля. Она пройдет в преддверии Дня защитника Отечества. Посетители смогут купить продукты к праздничному столу. В ассортименте будут представлены мясные колбасные изделия, рыба и морепродукты, молочная, кондитерская и хлебобулочная продукция, соленье, мед, дикоросы и многое другое. Свои товары представят порядка 180 фермерских хозяйств и товаропроизводителей. Ярмарка будет работать с 10 до 17 часов. Следующая праздничная ярмарка состоится 7 марта, накануне Международного женского дня. Пресс-служба Роструда напомнила жителям нашей страны о длительных выходных в последнем зимнем месяце, которыми ознаменуется День защитника Отечества. Так отдыхать трудящиеся будут с 23 по 24 февраля, а рабочая неделя с 25 по 28 февраля укоротится на один день. В Роструде отметили, что 23 февраля выпадает на выходной день, поэтому его переносят на понедельник 24 февраля. А следующий продленный отдых ждет страну с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня.
женского дня. Длительный период выходных пройдет для жителей России и в мае. Так отдыхать будем с 1 по 5 мая из-за праздника весны и труда. Выходные по случаю Дня Победы ожидаются с 9 по 11 мая. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой.